Всем большой привет! Сегодня готовлю пышные и воздушные пирожки с яйцом и зеленым луком. Рецепт невероятно простой, а результатом вы останетесь довольны. В глубокую емкость вливаем молоко. Молоко должно быть теплое. И всыпаем дрожжи. Дрожжи у меня сухие и быстро действующие. Сюда же добавляем сахар, соль и перемешиваем. После чего вливаем 4 столовые ложки растительного масла. Небольшими порциями просеиваем муку и замешиваем тесто. Переходим на замес руками. Тесто будет липнуть к рукам. Добавляю еще немного растительного масла. После чего смачиваем руки растительным маслом и перекладываем тесто в пакет. Пакет завязываем, оставляем в пакете воздух и отправляем в холодильник на пару часов. Для начинки мелко нарежем зеленый лук и отварные яйца. Подсаливаем, добавляем столовую ложку растительного масла и перемешиваем. Достаем тесто из холодильника, поднимается оно вдвое. Теперь мы его обминаем и можно приступать к приготовлению. Смазываем противень растительным маслом. Тесто и рабочую поверхность слегка припыляем мукой. Отщипываем кусочки и формируем шарики. Делаем из них лепешки, кладем начинку и формируем пирожки. У нас выходит 12 пирожков. Оставляем в таком виде постоять минут на 5-7. Они должны еще немного подняться. Смазываем пирожки яйцом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Пробуйте, готовьте, это просто и безумно вкусно. А я, как всегда, буду ждать от вас отзывы у себя в комментариях. Ну все, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте в мой инстаграм, ссылку оставлю под этим видео. Ну и всем пока-пока!